Муфтия Дагестана предоставил медресе в Избербаши для размещения врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией. Для них в здании созданы все условия для отдыха и комфортного пребывания. Духовенство взяло на себя обязательство обеспечивать медиков продуктами питания в эти сложные для них дни. Здание расположено рядом с центральной джума-мечетью города. Сейчас занятия в учебном заведении не проводятся. Каждое время живут свои герои, и сегодня героями нашего времени с уверенностью можно назвать наших врачей, которые на свой риск и страх ежедневно спасают жизни людей. И мы, администрация центральной мечети города Избербаш под руководством Муфтията Республики Дагестан, пытаемся оказать максимально возможную помощь этим героям. И решение муфтията было согласованным с главным врачом центральной больницы города Избербаш, здание мадраса, расположенное на территории центральной мечети города Избербаш, отдать для проживания наших врачей. Чтобы хоть как-то поднять настроение медработникам в их профессиональный праздник, сотрудники женского отдела просвещения при муфтияте преподнесли им цветы.